Градус этой встречи зашкалил. Сегодня в госалкогольинспекции республики прошла дегустация алкоголя. В бокалы определенной формы разлили образцы 40-градусные татарстанского, российского и зарубежного производства. Изучали на вкус и цвет дорогостоящие напитки стоимостью от 500 до 1500 рублей. На производственный фуршет заглянула и моя коллега Венера Мухаметова. Ожидался самый что ни на есть горячий прием. Хоть и знали, куда идут, приглашенные намеренно за завтраком только перекусили. По правилам, прием пищи должен быть завершен за несколько часов до дегустации. Между первой и второй перерывчик небольшой. Посреди белого дня разлили 12 образцов 40-градусный. В рабочем меню алкоголь премиум-класса. Впрочем, элита далеко не аргумент. Подпольные производители не щадят дорогие бренды. Недобросовестные предприниматели находят эту тару и соответствующие этикетки и укупорку, то есть укупоривают под виски, а на самом деле там находится самый дешевый спирт подкрашенный. Там искусственными, может быть, и натуральными там, красителями, в том числе карамелью. Фальсификат здесь исключен. Поданные к столу напитки куплены в торговых сетях и имеют лицензию. Не пьянки ради, а потребительского здоровья для. Технологи, сотрудники лаборатории, инженеры-химики экзаменовали водку по аромату, цвету и вкусу. Должен быть чистый водочный аромат, да, чистый водочный вкус, никаких посторонних тонов, привкусов, ничего не должно быть в водке. Она должна быть мягкой, питкой, приятной, не должна сильно обжигать, не должно быть горечи. Так сложилось, что последние 2 года я как раз принимаю участие в заседании дегустационных комиссий конкурса международного Продэкспо, и там случалось пробовать в день до 100-150 образцов. Но естественно, что мы это не глотаем, мы выплевываем. К застолью готовились. Среди закусок сыры, колбасы, крекеры. Только то, что не забивает вкус. Температура в помещении исключительно 20 градусов, а бокалы по ГОСТу, утвержденные для дегустации. Они сужаются, чтобы это вот аромат, который имеется у нас в напитках, чтобы к нам дошло, дегустатору дошло вот в суженном виде. Вот сужается сюда бокал. Опускаться до дна не было необходимости. Для оценки продукта экспертам хватило и нескольких граммов. Результат дегустации по традиции вылез в рейтинг. Его опубликуют на сайте госалкогольинспекции республики. Венера Мухаметова, Илья Шорин, Вести Татарстан.